забью твой мяч на передней линии. Желтые на синие, Боже, помоги вдарить с той ноги. Подойди. Нужна замена Месси. Да не ты. А что? О, ты, да. Черт, в чем дело? Европеец тебя зовет. Подойди сюда. Европеец? Да, европеец из Испании. Садись ты, садись. Предлагаю тебе подписать контракт с Испанией. Испания? Барселона? Барселона. А что я там буду будешь делать? Играть вместо Месси. Месси. Будешь получать крупнейшие гонорары. Хочешь? Да я не кину как бы клубы, я в Енисее с детства, я принадлежу сибирскому клубу. Смотри, как бы. Вот ручка, вот контракт, тебе нужно только подписать. Получаешь еще маечку, смотри какая маечка. Будешь в ней играть, бегать. Да я что, продам что ли? Вот ребята носятся мои, я шестилетка, понимаешь, ну куда? Вот я ручка, люблю этот. Вот контракт подписываю. А сколько тут? 50 тысяч евро. Только аванс. Представляешь, какие деньги тебе предлагает Барса? Ну, гляди. Давай я подпишу это. Но все деньги, все, за то, что я забиваю, отдаю голевые пасы, все идет футбольному клубу Енисею. Новый стадион, детям мячи. Тебе коленную чашечку. А что ты сказал ему по коленной чашечке? Да, коленную чашечку вписываю. Это, так, еще можешь мне попросить баунти и селедку? Все деньги не несели, все деньги сюда идут. Мне ни копейки, тогда я подпишу. Хорошо. Все, хорош, спать, это не сборная России. Ты уже в Барсе, понимаешь? Я тут подумал, короче, давай все деньги мне, нафиг это все. О! Там же девки, там Испания. Говоришь, там, как Неймар. Да, давай. Все, это же Испания, там пляжи. Да, Барса, Испания, все. Да, где? Одевай, все, ты уже у нас. Говорим, Барса. Говно. Она стоит. Счастья не будет у тебя с этими деньгами. Понял? Ты кинул свою команду, у тебя не будет добра с этими деньгами. А ты не веди так себя с людьми, а то останешься один с Богом. Так Бога же нет. Говно! Счастья тебе и добра не будет в этом деньгах в этих. Ну, вы, ну, короче. Давайте, снимаю. Я всем привет. Давайте. Слышь, ты кого кинул-то вообще?